С 1 по 7 марта в Сочи пройдет Всемирный фестиваль молодежи, в котором примут участие более 180 государств и 20 тысяч российских и иностранных лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, спорта и других сфер. Сегодня в южную столицу России отправилась делегация от Магаданской области. Главная цель фестиваля – наладить связи между молодыми людьми всей планеты, заинтересованными в построении мира, основанного на традиционных духовно-нравственных ценностях, дружбе и уважении. Колыму представят 20 человек, 5 из них уже там и участвуют в организации мероприятия. 15 общественных активистов проводили сегодня. Среди них студенты, волонтеры, представители регионального молодежного правительства и отделения Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема», а также участники движения первых. Их ждет масштабное образование, культурная и спортивная программа, мастер-классы и лекции ученых, предпринимателей, политиков, деятелей культуры, игры и турниры, спектакли, концерты и кинопоказы. Организатором поездки выступил Департамент молодежной политики Магаданской области. Во-первых, хочу сказать, что я счастлива, что я вошла в состав делегации на Всемирный фестиваль молодежи в 2024 году. К сожалению, в 2017 мне не удалось сделать этого, хотя я и подавала заявку, но в этом году моя мечта осуществилась, и я поеду в Сочи. Я ознакомилась с программой фестиваля, она будет очень обширной. Множество лекций, мастер-классов, можно будет заниматься спортом. Я думаю, каждый участник найдет себе занятие по душе и будет общаться, будет как-то обогащаться культурой с другими делегациями и представителями других стран. Что касается Магаданской области, мы будем взаимодействовать с тремя странами. Это Австралия, Мьянма и Сингапуром. Мы везем им подарочки такие наши, которые символизируют наш регион. У нас уже было два телемоста с ними. Мы с ними познакомились, чуть пообщались. И на фестивале мы будем очень плотно взаимодействовать и, собственно, знакомиться и рассказывать о культуре нашего региона. И мы узнаем, конечно же, о культуре их стран. Когда узнала, это просто был шквал эмоций. Я очень долго ждала, когда ответят, когда наконец-то все это подтвердится. Просто это было утро, я сидела, работала, и мне приходит уведомление, что вы добавлены в группу, то есть вы поедете. Это просто взрыв эмоций был. Вот повезу туда, это там будет направление урбанистика. Я очень хочу познакомиться с спикерами, которые там будут, и градостроителями, и, конечно, пообщаться с ребятами по этому направлению. Вот еще там очень много будет знакомых по России, из других форумов. Это такое место объединения, скажем так, людей с разными интересами, и некоторых я знаю, и мы очень хотим встретиться там уже, поэтому вот. Так как я единственный представитель несовершеннолетних, у нас будет отдельная программа от всех. У нас будут мастерские, где мы, ребята из России, ребята из других стран, опять же, будем работать над, можно так сказать, кейсовыми заданиями. На данный момент мы не знаем, что будет, но, опять же, это связано с человечеством, с проблемами, с вызовами новыми, также мы говорили, что будет обширная программа, связанная с экологией. Возможно, мы поедем в заповедники, и мы будем поддерживать связь, вводить ребят из других стран в культуру России, в то, как они, скажем так, познакомим их, тех, кто не знает, или улучшим знания тех, кто уже знает.